Да что-то, смотрите, какая красота. Ах, ля-ля-ля-ля. Короче, сделал я хлопцам, замовили вот такую красоту. Короче, это у нас на нестандартные частоты, какие называть не буду, естественно. Этот, в общем, вы можете просто любую частоту, ну, я уже говорил, 118 до 5,8 ГГц называть, и мы вам сделаем яги, там, этот, спираль, что хотите. В общем, вот это вот хорошая такая антенка, шикарная, на альтернативную частоту. Сейчас поедет, куда она поедет. Так, здесь покажу чуть позже. Отправляем тоже авиадиапазон. Я небольшую врезку сделаю. Короче, не могу полностью показывать, потому что Кацапня все равно копирует. Покажу, какую авиа делаем. Именно в 118-136. Красивая такая, шикарная яги. 4 элемента для наших ребят. Кусочек просто врежу, посмотрите. Так, это у нас спиральки. Спиральки 5,8. Тоже хлопцы замовили. Здорово направление. Короче, сейчас они поедут. Короче, туда, куда они поедут. Все. Сейчас покажу вставочку, именно авиаантенну. Вот это такая спецантенна классная. Именно если вам надо на радиопосты, или вы там авиа занимаетесь мониторингом, можете посмотреть. Вот антенна очень хорошая. Как-то так. И представляем такую красавицу. Авиадиапазон. Вот такая вот красота. На авиадиапазон. Короче, огромная. Ну, какая она должна быть. Вот такущая, 4 элемента. Это просто жир. Просто жир.